что я на новых сражениях. Началось день после бури, так я встретил свой фрегат. Пусть узнают гости моря, все владычество пирата. Кто владеет всем морем, настоящий тот пират. Грохот пушек, стиск картечи, значит бой в невзорной встречи. Звон металла, пули, сабли, так идет смертельный бой. Повстречались два фрегата в седле морского ада. Наш пиратский корабль обернулся победой. Наш пиратский корабль обернулся победой. Победой! Не сомалийский и не карибский, а не российский новый пират. И не бразильский и не индийский, а я российский новый пират. Появилось к нам из моря вдруг чудовище морское. За корабль наш вступился вдруг гигантский осьминог. Он выкидывал всех за борт и пилил всю нашу яхту. Так фрегат развалился и ушел совсем на дно. Но команда уцелела, добралась на местный остров, где построила корабль попрочнее и мощней. И отправились мы в море, и нашли мы осьминога. Расстреляли из пушек, разломив его костей. Не сомалийский и не карибский, а я российский новый пират. И не бразильский, и не индийский, а я российский новый пират. Да я такой 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 новый пират. И не карибский, а я российский новый пират. И не бразильский, и не индийский, а я российский новый пират. Качают, мы качаем, и права свои качаем на беспалубных судах. Это что-то сочинил ты, или что-то ты придумал? Своё авторское право держишь ты в своих руках. Словно ноги осьминога тужит авторское право, называя, как на море, нарушителя пират. У пиратов, как у граждан, тоже есть свои законы. Наказанию также никто будет и не рад. Не сомалийский и не карибский, а я российский новый пират. И не бразильский, и не индийский, а я российский новый пират.